Всем привет! Спасибо, что смотрите наш канал, канал ветеринарной клиники BioVet. Сегодня я расскажу вам, а что же делают домашние животные, когда вас нет дома. Американские зоопсихологи выяснили, что же делают домашние питомцы, пока их хозяев нет дома. В ходе исследования 50 кошек снабдили камерами, прикрепленными к ошейникам, которые делали снимок каждые 15 минут. Полученные результаты полностью опровергли мнение владельцев. 21%, целый 21% сидят и смотрят в окно. 12% общаются с другими животными. 4% смотрят на еду или едят. 7% карабкаются по мебели. 6% рассматривают телевизор, компьютер, книги, полки с дисками. 5% играют. Все остальное время хвостатые снуют туда-сюда и делают разные шаловливые делишки. Ну, например, дерут туалетную бумагу, роются в мусорном ведре, грызут обувь, проверяют, хорошо ли держатся шторы, обгрызают цветы, сидят в раковине. То же касается проделок собак, то они также грызут обувь, роются в мусорном ведре, так еще и мебель раздирают в легкий невесомый пушок, что летает по всей квартире. Но вы понимаете, да, там совсем другие масштабы. А какие пакости творит ваш кот, пока вас нет дома? Расскажите нам в комментариях. Вместе повеселимся. Смотрите наш канал, радуйтесь жизни. Пока-пока.